Мольберт «Тренога алюминиевый» – это самый легкий мольберт из тех, что сейчас представлены на рынке. Он весит всего 1,5 килограмма и в сложенном виде занимает минимум места – всего 60 сантиметров в длину и 10 сантиметров в диаметре. Прочный черный чехол с удобным ремнем на плечо позволяет легко носить мольберт с собой, брать в дальние поездки, а также аккуратно хранить в любых условиях. Холст ставится на специальные упоры, которые регулируются по высоте и прочно фиксируются зажимом, расположенным на верхней мачте. Мачта с зажимом также регулируется по высоте с помощью вращающейся ручки, что позволяет работать на холстах достаточно большого размера до 75 см высотой. Общая высота мольберта варьируется от 56 до 156 см. На мольберте предусмотрен специальный крючок, на который можно повесить свои вещи, что не только невероятно удобно в полевых условиях, но и придает мольберту большую устойчивость на неровной поверхности. А для комфортной переноски мольберта в разобранном виде предусмотрена крепкая пластиковая ручка, с помощью чего вам удастся найти лучший ракурс для живописи.